Доброго всем дня! Эти сверла очень похожи на общеизвестные сверла Фостнера, но основное их отличие – это твердосплавные напайки по диаметру сверла. Они дают более чистый рез, облегчают засверливание отверстий и обеспечивают более долгий срок службы. Рекомендуемые обороты для данного типа сверл – 1500 оборотов в минуту. Широкие торцевые ножи формируют плоскую и качественную поверхность дна. Особенно хорошо они проявляют себя в токарном деле, когда нужно засверлить любое большое отверстие, особенно в торце древесины, в том числе и глухое. Предварительно проточенную по внешней поверхности заготовку закрепляем в выбранном для выполнения этой работы патроне. Закрепляем сверло 50 мм в патроне задней бабки. Будем производить засверливание глубокого, глухого, большого отверстия ступенчатым способом. При этом будут использоваться несколько чашечных сверл от бренда Woodwork. В ассортименте Woodwork имеется размерный ряд чашечных сверл от 15 до 60 мм с шагом в 5 мм. Мы будем использовать последовательно сверла 20, 30, 40 и 50 мм. Засверливаем на глубину не более 5 мм начальное отверстие захода. Вам наши действия покажутся очень долгими. Но процесс на самом деле занимает меньше времени и сил на засверливание отверстия по торцу таким способом. Вторым сверлом 40 мм засверливаем еще на 5 мм. Сверлить лучше со скоростью до 600 оборотов в минуту. Повторяем таким способом операцию со сверлом 30 мм. Двадцатимиллиметровым сверлом уже сверлим на нужную глубину. И все размеры возвращаем с меньшего на больший, засверливаясь каждый раз до нужной глубины. При этом процесс сверления проходит намного спокойнее, избегая вибраций, без прикладывания особого усилия на станок. Либо позволяет засверливать большим диаметром сверла заготовки на станках с двигателями меньшей мощности. Уверены, данные сверла Woodwork вы оцените по достоинству, добавив их к оснащению своей мастерской.